Я вас приветствую, дорогие друзья. У нас запись матча мини-футбольная лиги Алматы 6-6 Лига Д. Встречаются команды Кайсар, Тим, Арлан. Счет пока 0-0. На Ютубе появится только в записи. Да, говорят, наушников нет. С техникой сегодня у нас проблемы. Кайсар у нас в зеленой форме, в черных шортах, а Арлан в синих. Но я думаю, надеюсь, что там за неделю выложат этот матч. Не просто так мы здесь его снимаем. Вот. Даник, что думаешь? Даник. Ну, Даник убежал все. Что думаешь, кто выиграет здесь? Кто выиграет здесь, что думаешь? Счет 0-0, да? Ну. Думаешь, КСР выиграет, да? Ну, так вот, ребят, ангажированы у нас хронометристы, да? Заносим перед матчем, кто щитки берет, да, за того команда и переживает, болеет. И сейчас вот момент, мяч под правой ногой, можно уходить в центр, еще, ну пробивай, свободное пространство есть, нет, в итоге аут. Ну там арбитр очень элегантно мяч остановил, ну конечно, рукой вот так хорошо показывает, говорит, давайте вводить мяч. Ну неплохо смотрится 77 номер у Арлана, не знаю, мне кажется, Арлан вообще в порядке. Мяч хорошо держит, хорошо контролирует, катает и так далее. Вот 77-го, кстати, заявки не вижу. Ну, бывает такое, что. Вот кто 77-й у нас? Арлан. Арлан же синий. О, элегантно, как пятка по флангу отдает и передачу в центр идет. Можно обратно отдавать, но верхом зачем-то он и отдал ее. Так, не очень получилось-то. Вот низом дал бы, там 100% можно было хорошо в стенку выходить. Удар, ну, расстроен. Расстроен все игроки, они говорят, ну что, как они говорят? Ну, говорят, ай-яй-яй, говорят. Есть открывание справа, 7-й номер на себя берет, пробивает поворотом. Ну, хорошо. Сайвыбек Ерван поворотом пробивал, в принципе, со средней позиции. Можно было еще проходить, атаковать свободное пространство и уже пробивать чуть попозже. Если честно, я жду появления Армана на поле. Хочется увидеть качественные передачи. Возможно, предголевого паса именно от Армана не хватает. Ну, посмотрим. Есть открывание на дальнем фланге у Арлана. Как раз-таки Журер решат открыт. Но до него передача не доходит. Журер вот сейчас в отборе действует, доигрывает момент. У нас они же братья, да, есть. У нас Журер решат и Журер Арлен. Сейчас вот не знаю, есть Арлен на поле. Сегодня Арлен, да, походу, не приехал. Да, обычно хорошо они играют, оба такие атакующие игроки, очень техничные. Но решат более ярко себя показывают обычно, чаще он забирает там MVP матчи и так далее. Ну надо на решата закидывать, да, конечно. Отваливаться надо от защитника, от опекуна, но... А, вот неправильно введен и просто мяч отдают сопернику. Хотя Мирханов, Яким, Аким, наверное. Выиграл мяч. И вот решат с мячом, мяч под левой ногой, удар! О-о-о! Правее штанги проходит. А я понимаю, что трансляции сегодня нет. Сегодня запись. Надо будет ждать матч на Ютубе. Мяч под контролем Кайсар Тим. По флангу набирает. Здесь решат его встречать. Ну, спокойненько. Через дом под сохранение играет. Есть открывание в центральной зоне. Может туда отдавать передачу. Ну и в центр еще отдавай, конечно. По флангу набирает. 2-1. Ну, а здесь спокойненько вообще на уверенном человеке, у которого нет заявки, выбивает мяч в аут. Возможно, можно будет потом, после того, как на Ютубе посмотреть. Вот была трансляция, да, можно было сразу бы жалобу написать. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, есть на заявке, просто не указали в протоколе. Форм перепутали. Очень технично, 7-й номер хорошо прошел, отдал передачу на партнера. Обратный пас на второй темп был. Ну, здесь первый на мяче игрок Арлана. Есть открывание спереди у решата, ну, не доходит до него. Передача, здесь какой подкат! Гол! 1-0. Ну, возможно, еще отложенная желтая карточка может быть показана игроку за такой бездумный подкат. 1-0 выходит вперед у нас Кайсар Тим. Автор мяча Нурбалат Юсинбай. Правильно, да? Юсинбай Нурбалат открыл счет матч. Но там партнеры все для него сделали, вывели его на ударную позицию. Даже там, возможно, ценой микротравмы, да, столкновение с игроком Арлана. То, надеемся, все хорошо. Но сейчас вот решат открывает в центральной зоне. Можно ему передачу отдать, чтобы он на себя взял. И здесь вот перехват. И снова Нурбалат с мячом. Но уже вратарь там как ногу оставил.
Ну нет, чисто было сыграно. Чисто было сыграно. Давление на арбитра. Легенды МФЛ оказывают. Ну, ничего страшного. Хорошо, столба играет Нурбалат. Скидка налево. Обратный пас не точно, чуть-чуть в спину отдал уже, не в темп. И 2 в 3 атака можно на себя брать. Можно под левый уходить, бить. Ну, уже под сохранение стоит сыграть. На Решата. Ну, Решата здесь вот под больничку, здесь вот подкат. А поле-то не скользкое. Поле сейчас у нас суховатое, хорошее. Подкаты такие не летят. По сигналу желтая карточка, скорее всего, будет выдана. За 5 минут до конца первого тайма у нас Ерлан Сайлыбек, 7-й номер, получает желтую карточку на 14-й минуте. 7-й. У Кайсара. Ну, Хромитыс говорит, отстаньте от меня, просто мне лень записывать. Решат у мяча, ну, я думаю, прямой удар он будет наносить. Хотя есть открывание от Ельнура. Ну, в стенку. Ой, какое добивание хорошее было. По-моему, в партнера он попал. И мяч от ворот в итоге будут водить команда. Есть открывание от Нурбалата, но мяч не доходит до него. Ельнур хорошо на перехвате сыграл на партнера. Вот 66-го тоже заявки нет. Ну, ничего страшного. Главное, Решат, заявки есть. Я думаю, он самый яркий игрок в команде Орлан. По крайней мере, сегодня уж точно. Ну, посмотрим. Ирки Булан сегодня на один номер поменьше взял. У него обычно 23 номер, а сегодня по 22 играет. Ну, так сказать, на понижение пошел. Даник, что там, ни у кого наушников нету? Но, возможно, все, что я говорю, никуда не запишется, дорогие друзья. Мы не можем проверить. А где ваш микрофон? Вот у меня. Сегодня запись. Нет, сегодня запись, сегодня нет трансляции, сегодня запись. Там технический сбой на CS2 вчера произошел. И ротация произошла в оборудовании. Дядь Коль, у вас наушников нет, дядь Коль? Решат, с мячом можно было выходить. Не, музыку не слушайте, Николай Андреевич. Ну, Николай Андреевич, конечно, он весь в матче, ему наушники не нужны, он, конечно, надо послушать. Спасибо, спасибо. Хорошо ставит спину Нурбалат. Отмахнулся рукой, но вроде арбитры сказали, что можно так играть, типа там прихватывали его. Ну, а отличный момент. Мог 2-0 счет делать и дубль на свой счет записывать. 19 номер КСР Тима. Ну, Нурбалат сегодня просто хорош. Но здесь сейчас Решат очень технично. Есть в центральной зоне открывания. Можно набирать свободный бросок. Пробивай! Нет, передачу на партнера отдает. И там вратарь на опережение действует. Очень хорошую скорость сейчас набрал Ерлан. Он с мячом в центральную зону уходит. Есть открывание справа. Да, передача проходит туда. Нужно обратно. Второй темп. Почему нет сбегания? Вот как-то вот отдал пас, не открылся. Тайм-аут берут команды, а я напоминаю, что спонсор нашей трансляции Теннис КЗ. Делайте ставки только с помощью нашего букмекерского партнера, дорогие друзья. Мы пока отдыхаем, дышим.
Возобновляется у нас первый тайм, угловой подает Кайсар Тим. Такой подсказ был небольшой, говорят, ну, не особо верили в то, что они забьют этот угловой. Говорит, сразу, типа, подал, давай в защиту, беги. Ну, сейчас решат с мячом, удар! Штанга, вратарь привел мяч штангу, это не просто мяч попал, это вратарю пришлось ступать. Ну, опасный, опасный момент, ну, это звоночек, звоночек. Это позвонили туда, говорят, голы подвозят нас сегодня, говорят, что подвозят. Сейчас вот есть открывание в центральной зоне, может туда пас отдавать. Ну не точно, да. Подсказывает у нас тренерский штаб. Кайсар Тим говорит, ах, спа. Переводится на наш, на русский, это шо шпа, то есть не спеши, спокойно, время есть, можно еще играть. Вот сейчас Дурбалат элегантно прокидывает себе под правую, ну хотел он пробивать в касание. В итоге только с третьей попытки бьет и угловой, мне кажется, зарабатывает для своей команды. Подача на дальнюю штангу, но не точно. Ой, какой сейф от арбитра. Бешеный. Не перевел мяч на соседнюю половину поля. Правильно поставил пальцы, то есть по-вратарски сыграл отлично. Решат на себя берет с тремя, борется чуть-чуть, небольшое столкновение. Надо не в центральной зоне стоять, а идти открываться вперед, линию поднимать. Быстрый розыгрыш, все правильно сделано. Решат, ну чуть не включен у нас Орлан сегодня в игру. Возможно, первый матч с утра не собрались в субботу. Что вот они делали вчера в субботу? Обычно у них большее количество замен. Здесь вратарь очень технично сыграл. Даник, что думаешь, кто выиграет? Даник говорит, любит обе команды одинаково. Хотя, возможно, тебя было слышно. Ой, как вратарь сейчас сыграл! Здесь о, партнеры подстраховали. Все грамотно было сыграно. Нет, мяч в поле, не надо руки поднимать. Все, спокойно. Вроде на позитиве сейчас общаются. Без негатива. Здесь аккурат сзади обокрал. Обокрал Решат и заработал фол для своей команды. Не специально нарушение правил. Случайно было так сыграно, но нарушение есть нарушение. И все, дорогие друзья, первый тайм подошел к концу. С минимальным преимуществом в счете Кайсар Тим побеждает в первом тайме. 98-й говорит, номер говорит, надоел. Ну, не знаю, я думаю, что спонсор нашей трансляции Теннис КЗ. Делайте ставки только с помощью нашего букмекерского партнера, дорогие друзья. Ну, а мы ждем второй тайм. Итак, дорогие друзья, дан сигнал о начале второго тайма матча Кайсар Тирм Орлан. Кайсар в зеленой форме, в черных шортах. Орлан полностью в синем и белый гетр у них. Это у нас Лига Д, осень 2023, МФЛ Алматы 6-6. Режиссер трансляции Великий Алдик. А комментаторского петлички сегодня, не микрофон, а петличка у меня. Ой, опасная игра, но обоюдно играли, поэтому нету. Комментатор сегодня дядь Саш. Пишите комментарии, мы надеемся, что это видео выйдет на YouTube, потому что ну, технические неполадки у нас, и запись мы ведем в итоге вместо трансляции. Стараемся сохранить матчи, чтобы потом, возможно, какая-то команда там разбор тактически сделала, либо просто понаслаждалась хорошим футболом. В принципе, все голы мы засняли, успели, все хорошо. 1-0 у нас в первом тайме отличился Нурбалат, 19 номер Кайсар Тирм.
И были еще у него два хороших момента, в принципе, мог и хитрик даже он делать в первом тайме. Лучше всех он смотрится в составе Кайсар Тим, но еще отдельно для себя лично я вот выделяю Армана, 9-го номера у Кайсара. Но он не так вот много времени, да, на поле проводит, но все равно очень мне нравится, как он действует. Спокойно, эффективно. У Армана, естественно, Журер Ришат выделяется. Вот сегодня Журера Орлена нету, но вот Журер Ришат выделяется. Вот сейчас он с мячом и проходит по флангу спокойно. Вот туда в троих лезет, даже никого не стесняется. Вот партнер только сейчас подключается, на центральную зону открывается, но пас не проходит, не точно. Возможно, надо быть единоличником, да? Стоит вчетвером встать, допустим, на своей половине поля Орлану, да, а там одного якоря закинуть, Ришат, и на него закидывать, чтобы он опускал, разворачивался, пробивал. Ну, сейчас по флангу можно набирать. Что, Даник узнал, 77-й, что там, заявлен, не заявлен? Мусадиас, да? Вот 9-й номер у него написан у меня в заявочке. А? Семерка. Нет. Что говоришь? Кана вообще ничего не говорил, а так можно ручкой же поправить было. Ришат сейчас принимает мяч, обратная передача. Ну, вот, в общем, такие пироги, друзья. Как элегантно проходит. 3-2 атака, и уже 3-1. Все, ну зачем на партнера играешь? Сам делай. Очень хорошо все делал. 7-й номер. Сайлыбек Ерлан ругается на него. Зачем пас играешь? Не надо пас играть. Футбол это команда. Команда не играет в футбол. Играет единоличный вид спорта. Конечно, всех прошел, забиваю. Но вот сейчас во фланг уже здесь надо, да, под сохранение сыграть. Вот здесь такое столкновение. Ну, вроде нормально в рамках, так сказать, правил. Передача на Ришата. Мяч под правый. Вот есть у него пространство для удара, но, возможно, ну, хорошо его держат. На самом деле, может быть, через партнера стоит сыграть. Вот здесь он в прессинге действует. Играете, играете, играете. Мяч у вас. Сейчас можно было продолжить. Арбитр показывает, что рукой сейчас сыграл как раз Ришат. Возможно, так пытался, да, он чуть-чуть хитрость футбольно проявить. Если арбитр бы не увидел, там мяч себе поправил. Бывали у меня ситуации, когда мы в футболе играли руками специально и создавали опасные голевые моменты для своей команды. Ну, если арбитр не увидел, значит нарушения не было. Да сигнал надо всегда играть. Не вставать никогда, а то можно встать. Какое-то нарушение арбитры там либо не увидят, либо не посчитают его. Ну, знаете, не каждый контакт, да, свистится. Футбол контактный, спорт, контакт происходит постоянно. Кто-то может подумать, что это нарушение, а кто-то, арбитр, посчитает, что нет, это вполне игровой контакт. И дать продолжить игру, а команда может встать просто, выключиться из эпизода, потерять концентрацию, и соперники могут там спокойно выйти там на какую-то ударную позицию, забить гол. Сейчас приемом не везет 5-му номеру Руану, вот сам он расстроен. Передача, в принципе-то, не сложная была. Неудобно чуть-чуть, конечно, но можно было справляться. 5-го номера вообще техники должно хватать на такие передачи. Давай, давай, Мягкий заброс в центральную зону. Пятка элегантно себе прокидывал вперед. Ну тут Нурбалат. Нурбалат спокойно на партнера. Здесь Арман такую скорость набрал. Вообще кошмар. Зачем вы на гланды даете такой пас? Ну, Нурбалат по-другому, возможно, не мог исполнить передачу, да? Поэтому до конца доиграл сейчас Арман. Хорошая связка. Ну, столба откидывайте. Арману, мне кажется, стоит не возвращаться сейчас на свое половину поля, а остаться там, на чужой половине поля, возле вратаря, чтобы его команда отбилась и уже на него сыграла, и вбегание под столб было. Но решает доработать в обороне Арман. Ну, сейчас смотрите, будет прессинг с его стороны. Да, выходит, все правильно, как раз решат с мячом. И... потеря, да, Арман поддавил. Спокойненько все сделано, исполнено. Нурбалат подбородком скинул себе борьбу, но здесь опасная игра с его стороны. Опасная игра, опасная игра. Опасная игра со стороны Нурбалат. Перевод налево. Говорит, вот что такое? Говорит, Ришат, посмотри, я тут слева открыт. 5 номер. Зачем такой сложный диагональный передачу? Исполняешь, когда можно попроще, да, поспокойнее, низом отыграть на меня.
Хорошая передача, но дубовато будет, скидка ли нормально. Нет, не добирается до мяча, все-таки не Петр Крауч, конечно. Всего лишь первый матч, а Даник уже устал, да? Да? Сегодня Даник на травме, к сожалению, дорогие друзья. Ну, желаем ему здоровья. Пишите в комментариях, да, даже если это запись, все равно комментарии, лайки, подписки приветствуются у нас всегда. Неважно, прямая трансляция, либо запись матча, который мы надеемся, что будет выложена. Потому что всякие технические моменты бывают, возможно, что-то не запишется, еще что-то. Мы снимаем, на свой страх и риск, так сказать, работаем все равно. Удар заблокирован, рубоват. Вперед мяч на угловой. Здесь не передача не проходит, но хорошо ставит спину. Удар! Здесь вратарь почему-то решил ногой сыграть. Здесь надо бороться с полевыми игроками. Вратарю все-таки у него есть преимущество, он может играть руками, да? Сейчас можно рубовать на себя, берет, уходит в центральную зону. Здесь решат до конца доигрывает, пластируется. Ну вот неудобно, передача нормально была, чуть-чуть не в темп, надо бы в ножку отдавать. Зачем на ход? В ножку отдаешь, и под касание, я уверен, что Арман хотел в стеночку-то сыграть. Прям было видно, что вот ждет он открывания от Нурбалата, да? То есть отдал, открылся, и все, получил передачу. Вдвоем всегда, да? Втроем выходите в атаку, там пас на третьего надо играть. Угловой удар, да, из ничего сейчас за счет прессинга заработал команда Орлан. В частности, четвертый номер. Ух, какой удар! Ну, не точно. Но есть ощущение у меня, что матч так и закончится, потому что как-то нету особо опасных голевых моментов у команд. Но мы все знаем, что самые интересные минуты матча у нас всегда встреча 38-39. Вот сейчас Нурбала с мячом, удар слева, гол! Только я сказал, что голов как будто не предвещается. И просто обычная вертикальная атака. Нурбалат в два касания делает дубль. Сначала принял, потом забил. 19 номер Нурбалат. У КСР Тим счет делает 2-0. Счет своим забитым голам тоже 2. Манишку просят. Хотят 6-го подключать сейчас в поле. Как раз таки Журе решат сейчас будет. Плюем. Ну, возможно, вратарю стоит надеть форму, да? А, ну вот так вот решили сделать. Вы хотели Решата поставить на ворота, чтобы он 6-го отыгрывал. А в итоге, ну, нету формы, да? То есть, как? 2-0 счет. Ну, здесь быстро Решат играет, но надо поднимать линию, надо поднимать. Есть передача справа. Может, через Решата. Ну, в принципе, можно ударную позицию сейчас Решата как раз-таки выводить. Не знаю, почему именно он хотел вратарь складить, потому что вратарь-то должен больше раскатывать, да? Просто перейти чужой половину. Сейчас ворота пустые, Нурбалат с мячом. Хет-трик будет. Нет, какой удар хороший, но вратарь успевает вернуться. Успевает вернуться в створ. И спасать свою команду от хитрика Нурбалата. Чуть-чуть Решат ругается. Им подсказывает ему арбитр, что ну ладно тебе, давай, поспокойней будь, да, там Ахспа, все дела. Она и так далее. Удар! Штанга дальняя. Ну, нормально. Даник уже все видит. Все в порядке. На пижоне там немножко Даник одет. Смотрите, какая у него термуха белая, да, такая симпатичная. Передача на Нурбалат. Нурбалат явно сегодня лучший игрок матча, даже если, мне кажется... Ой, как жесткий отбор, но через ногу. На данный секунд, конечно, Нурбалат явно там и дубль сделал, и в атаке хорошо действует. Очень много опасных моментов для своей команды создает. Но только хет-трик Решата, да, может поменять мнение о том, кто будет лучшим игроком встречи. Отворот. Тайм-аут берут команды. Я напоминаю, что спонсор нашей трансляции – это Теннисика ИЗ. Делайте ставки только с помощью нашего букмекерского партнера, дорогие друзья. Хорошие ставки, там хороший коэффициент, все дела.
Возобновился у нас второй тайм встречи. Подслушивая, что говорили Орлан, да, тактическая установка какая была. Говорят, больше качайте, выходите на ударную позицию. Больше раскачивай, больше качай корпусом, показывай, что хочешь вправо, уходи влево и так далее. И вот сейчас вот перехват в штрафной зоне мог произойти, и в итоге угловой удар. Угловой удар, мне кажется, должен быть назначен. Да, серьезно? Как похоже, да? Не боится. А у нас... Шошмау у вас, да? Все. Но у нас, видишь, в России говорят шошпа. Не спеша хожу, да, сегодня что? А? Не спеша хожу. Нет, ну типа не спеши, типа принимай решение, думай, выверяй передачу адресную, находи. Вот. Такой подсказ, да, вот у нас. Час на коробке, шошельми кричат и так далее. Наш, 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 наш! Чап, 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 чап! Хорошо, а смотри, у нас еще говорят, кайт это домой. Кайт садись, типа. У вас как садись будет? Я понял. Хороший перехват сейчас, можно уходить в контратаку. Здесь седьмой номер, смотри, как мяч сохраняет. Вот чуть-чуть посильнее бы пробей, да? Мог и даже с этой позиции гол забить. Кайт это уходил. Кет это уходи, что ты мне расскажешь? Кет Шибар, давай, ё-моё. Можно, можно через таря сейчас сыграть. Есть свободное пространство, обратно на Ильшат. Ну, такая неудобная передача. Вот приходит, да, смотрите, как справится. В одно касание. Хорошо отыграл. В центральной зоне открылся, но здесь накрывает. И снова удар поворотом, но не точно, не точно. Да, очень опасно было, если есть ощущение. Есть, есть мяч, там можно взять, мне кажется. Не-не-не, от... туда, туда. Через ближнего, может быть. Ой, ё-моё. Очень хорошо сейчас принял мяч Ильшат и будет раскачивать. Уходит под левый удар! Вратарь справляется. Очень классный момент сейчас он тебе создал просто сам в одиночку. Да, как раз таки о чем и говорилось, да, раскачивай, пробивай. Ну, в принципе, и с правой ноги тоже Ильшат хорошо бьет. Сейчас в центральной зоне он открывается, с левой ноги пытался мяч перевести туда. Но не сильно, сил удара не хватило. Сейчас вот два в одного вываливаются. Есть Нурбалат, можно на хитрик. Передача неточная. Чуть-чуть, чуть-чуть к вратарю отдал пас партнер. Стоило чуть-чуть от вратаря отдать эту передачу. Быстрый вот мяча от Орлана. Только один раз можно отыграться с вратарем, пока мяч в центр не пришел. Но сейчас можно. Но тут перехват от Нурбалата. Поспокойнее туда ваут выбивает. 2-0, если что, Даник у нас. Ой, прошу прощения. 2-0 у нас, если что. На табло у нас горит счет, на электронном табло нашем 1-0, но все мы знаем, что 2-0 счет. Все, красота. По сути, возвращайся. Ну тоже, типа, от конденсации. Вот, нормально, возвращайся как раз-таки. И надо кричать. Конечно, возвращайся, садись. Сейчас здесь открывание с левого фланга. Пропуск хороший, мяча. Здесь можно 4 в 3 выходить, есть численное преимущество, но здесь перехват. Но Ильшат не догонит мяч. Потерял щиток игрок. Надо ему надеть его. Возможно, желтую карточку может получить за такое, что в руке его держит. Ну, такой любительский футбол у нас происходит. Здесь давление. Давление соперник хорошо оказывает. И мяч для своей команды отнимает за счет давления. Есть открывание в центре. Здесь просто на вынос играет игрок Орлан. Ну, не знаю, под сохранение стоит сыграть. Сейчас он ждет, ждет. Там все, мяч вам уже отдали. Даник прочитал игровую ситуацию на соседнем поле. Видите, как надо в футболе разбираться, да? Даже если ты мячи подаешь, надо понимать игровую позицию. Здесь Нурбалат хорошо напряжение действует. Но не было там игрока на фланге. Возможно, вот Орлан был бы на поле. Ой, прошу прощения, Арман на поле был бы. Я думаю, он бы как раз в той позиции находился бы. Очень часто, да, игроки за счет понимания друг другу, даже не глядя, пасы отдают. Очень давно, когда вместе играют, и уже понимают, кто куда бежит. Как в Counter-Strike, тактика есть какая-то? Выходы, закупки. И вот сейчас один в один выходит вратаря. Можно, но партнера играть, представляете?
Можно было самому делать, пробивать поворотом, но решил наградить Нурбалата, и чтобы он хитрик сделал. Ну, сейчас посмотрим. Вот сейчас снова Нурбалат с мячом будет. Нет. Уже прострел туда в центральную зону. И два игрока от линии мяча сейчас обрезаны у Кайсара. Орлан с мячом можно переводить, диагональку делать. Хороший перевод. Обратное открывание в центральную зону надо делать. И пробивай с левой. Нет, под правой все мяч убирает, а там уже накрывает соперник. Здесь один в один раскачивай, уходи в центр. Жестко встречает, но в мяч. Мяч было сыграно. Удар заблокирован. Удар. Сейчас будет удар, нет? Здесь заблокировано, надо вставать, подниматься. Ох, как жестко цепка сыграна сейчас была с 77-м номером. Возможно, замену надо провести. Вроде, ну там чисто было сыграно. Говорят, что фол был на игроке, но арбитр, говорит, сам разберется в эпизоде. Ух, как голову хорошо вверх выигрывает сейчас игрок Арвана. Но сейчас мягкая передача. На партнера скидка в центральную зону. Здесь Нурбалат пытался напряжение сыграть. Но наконец-таки Арман очень технично сейчас сыграл. И мяч для своей команды сохранил. Очень сложный вынос, да, он обработал себе вперед. Возможно, была возможность у него, если бы не накрывал защитник сразу же. Возможно, был и во втором касании он пробивал поворотом и просто бешеную банку забивал бы. Алдик, да, помнишь, что по таймам снимаем? Алдик, да? Стенка между собой разыграли сейчас. 77-й и Нурбалат. Ой, 7-й и Нурбалат. И сейчас вот перехват. 3 атака. Можно через решат сыграть. Можно самому взять мяч под левую. Пробивай, конечно, все правильно. В ближний угол направь мяч. И вполне возможно, что сейчас вот подстраховал сейчас защитник свою команду. И 2-0 спокойно. Нурбалат лучший игрок.